Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. От меня ушел мужчина другой полгода назад. Мне 39, я не могу его забыть и устроить свою личную жизнь. Ну что же, а факт ухода мужчины, это очевидно травма. Ее нужно прожить, все те чувства, которые у вас появились в результате его ухода, нужно прожить, потому что очень часто бывает так, что в результате вот разрыва, да, разрушается привычная реальность человека, его быт, и, в общем-то, собрать все это бывает довольно болезненно и сложно. Это первое. А второе. Какое значение вы придаете возрасту? Вы говорите, что вам 39, соответственно, наверное, вы какое-то значение придаете возрасту, от этого нужно отходить, потому что возраст никакого значения не имеет. Дальше вы говорите, что не можете его забыть. Вот, а что это значит? Ну, то есть, буквально, что значит, что вы не можете забыть человека. Вот, и что это значит? Буквально как-то. То есть, ну, вы о нем думаете, если думаете, то что и как вы о нем думаете, да? То есть, ну, грубо говоря, какую направленность вот имеет ваши мысли? Именно вот ваши мысли, какую имеет направленность? Вот. А что они из себя представляют, эти мысли? Вот. Это вот, на мой взгляд, то, на что вам нужно обратить свое внимание. Потому что, ну, вот, ваши мысли, которые, ну, как вы говорите, не могу его забыть и так далее, это связано с потребностями вашими, вот, которые вы в данном случае, получается, крепко, очень крепко привязали к человеку, вот, не отделяете от себя, точнее, может быть, даже свои желания, да, вот, вы как бы не отделяете от человека. И, конечно, это, ну, довольно серьезная проблема. Это может быть довольно серьезной проблемой для вас. Вот, потому что, по сути, ну, так получается, что то, чего вы хотите, да, связано вот только с человеком. Следующая проблематика, как мне видится, как мне кажется, заключается в том, что вы и себя, и мужчину воспринимаете только как, ну, только как представители пола, то есть только как мужчина и женщина. Вот. То есть вы мужчину видите только как мужчину, и себя вот воспринимаете тоже как, только как женщина. Вот.
Из-за этого довольно существенно снижается спектр взаимодействия между вами и потенциальными людьми другими, в том числе потенциальными партнерами. Вот. И, соответственно, вам сложно, ну, коммуницировать, сложно устанавливать контакт и так далее. Вот. Поправьте меня, если я ошибаюсь, да, но вы вот мужчин, которых вы видите, вы воспринимаете именно как мужчин, смотрите на них именно с этой точки зрения, да, типа вот подходит ли вам этот человек как мужчина или нет. Вот, а это ж не всегда сразу вообще понятно, и не всегда человек может раскрыться. Ну, вот именно с такой стороны, к сожалению. Вот, поэтому тут вы себе, на мой взгляд, сами, значит, ставите палки в колеса, вот, при этом ничем не обоснованы эти палки в колеса в данном случае, ничем не обоснованы, ничем не обусловлены, абсолютно ничем, никаких оснований для этого нет и, в принципе, быть не может. Вот. К сожалению. Вот. Вот вы говорите о том, что не можете устроить свою личную жизнь. Да, хотелось бы тоже несколько вот уточнить, что это такое личная жизнь, ну, то есть, что вы понимаете под личной жизнью. Вот. Это первое. И второе, вот не слишком ли много значения, да, вы придаете этому. То есть не слишком ли много значения вы придаете вот личной жизни своей. Вот. То есть, ну, опять же, я не знаю, как обстоят у вас дела, да? Вот. Но хочется, конечно, вот как-то, ну, немножечко предостеречь, что ли, вас от этого, от того, чтобы вы вопрос своей личной жизни ставили, ну, на первое место, так сказать. Могу вас заверить, что ничего хорошего из этого вы ничем хорошим для вас это не закончится. Вот. Кроме только того, что вы будете вот стараться постоянно взаимодействовать, как женщина с мужчинами, вот, и можете, в принципе, вполне закономерно наталкиваться на какие-то блоки, да, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, к сожалению, это вот такая ситуация. Вот. И, собственно, вот это необходимо корректировать. То есть вот, то, что может сделать для вас психолог, да, то, что может для вас сделать психолог, это вот как раз помочь вам решить вот эти аспекты,
о которых я сказал сейчас. Вот, и, соответственно, помочь вам вот с этим разобраться с этими аспектами, с этими вещами. Вот. Если вы хотите, конечно, то есть, понятно, что если вы не хотите, да, или если вы не планируете там какой-то такой вот серьезной работы, вот, психологической, серьезной психотерапевтической работы, если вы не планируете, вот, то, конечно, тут вот будут определенные вопросы. По поводу того, вот, что можно для вас сделать. Как-то так, на этом, в принципе, все. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего доброго вам!